Сегодня у здания историко-художественного музея на пересечении улицы Чехова и Малого Высоцкого переулка начались подготовительные работы к установке памятника купчихе Анне Васильевне Мараевой. Сотрудники комбината благоустройства разместили камень, на который затем будет установлена сама скульптура. Ее торжественное открытие состоится уже 18 мая. Напомню, в прошлом году Серпуховский музей и администрация округа объявили конкурс на создание скульптуры. В нем приняли участие мастера из Москвы и области. Народным голосованием лучшей была признана работа Александра Свиязова.